При вязании этого узора для манишки некоторые мои зрители встретили трудности, поэтому я поподробнее постараюсь объяснить, как вяжется этот узор. Этот узор мы вяжем по кругу. В раппорте 15 петель. Вот этот раппорт. Я для образца наберу 30 петель. У нас показаны здесь только нечетные ряды. Четные ряды все будут вязаться лицевыми петлями. Сейчас я на схеме покажу, как порядок вязания. 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой. Накид, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. Следующие петли мы повторяем, начиная от начала ряда. То есть все это повторяем. Дальше ряд вяжем лицевыми петлями. Здесь вот он не показан. Это второй ряд у нас будет. Третий ряд. 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, лицевая скрещенная, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 3 вместе лицевой, накид. И продолжаем снова с начала ряда, до тех пор, пока у нас все петли не закончатся. Повторяю, петель в раппорте должно быть количество кратное 15 петлям, то есть изначально в первом ряду. Пятый ряд. 2 вместе лицевой, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, лицевая скрещенная, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, 3 вместе лицевой, накид. И снова повторяем с начала ряда. Ну и вяжем дальше. Здесь уже видно. В начале каждого ряда вяжем 2 лицевые. Здесь у нас уже начинает вырисовываться листочек. В раппорте 15 петель. Для образца я набрала 30. Провязала ряд лицевыми. И начинаем вязать узор. 2 вместе лицевой. 2 лицевые. 2 вместе лицевой, накид, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой, провязалась одна, поэтому я накидываю вторую. Ну, вот так и правильно. 2 лицевые. 2 вместе лицевой. Листочек заканчивается. Накид. 2 вместе лицевой. Продолжаю вязать сначала схемы. 2 вместе лицевой, 2 лицевые, 2 вместе лицевой, накид, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой,
две лицевые, две вместе лицевой. Накид, две вместе лицевой, и накид. Следующий ряд я буду вязать лицевыми петлями. Начинаем вязать пятый ряд. Две вместе лицевой. Две лицевые. Накид. Лицевая. Накид. Лицевая скрещенная. Это серединка листочка. Накид. Лицевая. Накид. Две лицевые, две вместе лицевой, накид, три вместе лицевой, одну сниму, две провяжу вместе и через нее, через эти протяну снятую. И вот здесь я допустила ошибку. Нужно было сделать еще накид. Поворачиваем вязание и снова вяжем с начала раппорта. Две вместе лицевой. Две лицевые, накид и так далее по схеме. У нас листочек уже вырисовывается, и поэтому, чтобы отследить, правильно вяжем или нет, можно посмотреть, как ребрышки листочка получаются или нет, или петли идут в разнобой. Уже снова ажурная часть узора, и снова я пропустила накид. Четвертый ряд я провязала лицевыми и вяжу пятый ряд. Две вместе лицевой. Две лицевые, накид, две лицевые, накид, лицевая скрещенная, накид, две лицевые, накид, две лицевые, две вместе лицевой.
накид и 3 вместе лицевой. Первую петельку сниму, 2 провяжу вместе и протяну их через снятую. Накид. И дальше повторяю узор снова сначала схемы по 5-му ряду. Ну и так продолжаем дальше. С этого ряда уже рисунок видно, поэтому посмотрите, если все получается, значит вы делаете правильно.